Здравствуйте, сегодня рассмотрим такую вот модельку квадрокоптера Yaochan H8 Mini. Вот так вот выглядит. На коробочке такая вот коробочка. Такой вот сам квадрокоптер. Собственно, пульт. В комплекте идет отверточка, два запасных винта, зарядка от ноутбука USB. Штекер для аккумулятора. Сам аккумулятор на 150 миллиампер. Хватает длительность полета примерно 8-10 минут. Дальше берем отверточку. В комплекте, к сожалению, не идут батарейки для пульта. Но я уже вставил их, вот вам сейчас покажу. Откручиваем отверточкой болтик. Откроем крышку. Вот 4 батарейки. 3, вернее, 3 батарейки ААА. Закручивать пока не буду. Вот. Также в комплекте идут 4 поролоновые ножки для удобной посадки. Они нужны для того, чтобы не разбивать сами моторчики. Так, дальше по пульту. Стих включения выключения включаем. Это он активировался. Левый стик отвечает за газ, тормоз, повороты вокруг оси. Справа стик управления самим квадрокоптером. На левый стик, если нажать на него, квадрокоптер полетит к вам обратно, то есть возврат домой. Нажатие на правый стик активируется режим headless. Чтобы его выключить, нажимаем на левый стик. Дальше. Нажатие на правый стик просто. Мы выполняем флипы в любую сторону, какую вы нажмете, вперед-назад, влево-вправо. Опять активировался режим headless. Подключаем его. Дальше. Расходы. Как мы переключаем расходы? Здесь два режима расходов. Первый режим для полетов больше дома, второй режим для полетов на улице. Сигнализируется очень просто. На левую клавишу мы нажимаем. Это два сигнала. Это режим второй. Сигнал один. Это режим первый. Чтобы правый, нижний и центральный стик отвечают за калибровку его. То есть, если у вас ведет квадрокоптер, то мы можем откалибровать его нажатиями. Вот. Дальше, когда у вас сел аккумулятор, желательно дать квадрокоптеру отдохнуть, потому что здесь идут коллекторные моторы. Им не очень хорошо давать большую сильную нагрузку, долго летать. То есть вы полетали примерно 10 минут. Пока аккумулятор заряжается, ему достаточно времени, чтобы отдохнуть. Ну, давайте попробуем завести его. Покажу вам, как он заводится. Завели. Вставили аккумулятор. Вот последовательность подключения его. Сначала вы подключаете сам аккумулятор, включаете квадрокоптер, потом активируете пульт. Вот он заморгал. Вот он словился. Если во время полета пульт все же потерялся, выключился, вы можете активировать его нажатием. Сейчас он сам активировался. Вообще, вверх-вниз, и тогда он ловит сигнал. Ну, наверное, если это далеко. На квадрокоптере написано сама фирма Yaochan. У меня он черненький такой. Квадрокоптер оснащен светодиодами, которые обозначают, где у вас зад, где у вас вперед. Передние два красных – это вперед. Два синих – это зад. Вот.
Ну, покажу вам немножко, как он летает. Он очень шустрый. Боюсь, мне нужны первые расходы. Вот. Вот, видите, у меня его ведет немножко назад и вправо. Я его откалибрую нажатием вперед и влево. Еще влево. Вот. Он у меня, в принципе, по центру летает. Вот, уже улетел. Ну, ничего страшного. Падений он абсолютно не боится. То есть у меня он падал со второго этажа. Ну, ничего страшного, с ним не произошло. Максимум, что может быть, это после нескольких полетов, ударов об стену, защита немножко подгибается и начинает стучать винт по защите. Ничего страшного, просто обнаруживаем, какой винт бьется, немножко отгинаем защиту и все, как бы больше проблем нету. Ну, спасибо за внимание.